Митингующие на юге Кыргызстана срывают туристический сезон. В профильной организации сообщают, что уже случился прецедент с гражданами Китая, когда они не смогли проехать перекрытый участок международной автотрассы Ош-Иркиштам. Их попросту развернули обратно. Туроператорам пришлось не просто возвращать деньги, но и выплачивать компенсации. Они говорят, что сорвалось уже более 10 высокогорных туров по шелковому пути. Под угрозой открытие лагеря у пика Ленина, в котором заинтересовано прежде всего местное население. Оно продает туристам продукты, предоставляет в аренду лошадей. В Чоналай под пиком Ленина функционирует, ну я бы сказал, огромный международный альпинистский лагерь, пик Ленина. Туда съезжаются сотни альпинистов со всего мира. Этот лагерь открывается в начале июля. И вот теперь сейчас перед нами вопрос, что делать? В ассоциации отмечают, что им с большим трудом удалось возобновить туризм на юге страны после конфликта в Оше в 2010 году. Сейчас проблемы повторяются. Они намерены обратиться к президенту страны с просьбой скорейшего разрешения конфликта с митингующими, перекрывшими дорогу.